В Рыбнице провели необычную спасательную операцию. В вентиляции девятиэтажки на неделю застрял кот. Он сидел там и громко мяукал. Это видео с сайта МВД. Спасатели вытаскивают кота из вентиляционной шахты. Хозяйка квартиры сама вызвала спасателей и согласилась, чтобы у нее взломали часть стены на кухне. Ольга рассказала, кот провел в шахте неделю, и ровно столько у нее было бессонных ночей. Я целую неделю мучилась. Он наступал днем еще так немножко, наступала ночь, он так кричал жалобно, он просто выл. И я обращалась вообще во все службы, и МЧС, и ЖЭК, и в милицию звонила, и на горячую линию спасибо большое всем, помогли его достать, потому что с крыши его видели несколько дней, как бы когда с крыши заглядывали, но не могли понять, на каком он уровне находится. Кот с ошейником явно домашний. Он сильно напуган и истощен. На нашу просьбу его сфотографировать Ольга ответила. К сожалению, не могу котика сфотографировать. Он так залез под диван и спит, что если буду его доставать, он перебежит в другое место. Не хочу ему стресс делать, простите. Пушистому страдальцу повезло. По словам Ольги, за эту неделю она привыкла к нему как к родному. И если хозяева не найдутся, оставит его у себя. А взломанную стену заделает сама. Говорит, главное, что все закончилось благополучно. Алла Горбатенко, ТСВ.